Салем, Дастар, всем привет! Мы продолжаем реакции. Мадмены наконец-то выпустили клип, версию на Хикая, которую мы с вами уже прослушали в аудиоверсии. Погнали, раз, два, три. Раз, два, три. И не нажала. В этом вся я. А, да, кстати, хотела сказать, что отснять мне не было времени вчера, так как я была в поезде, и плюс еще на работе была. Приехала где-то в 9 часов вечера, поэтому сегодня снимаю это. Погнали. Наконец-то сработало. Так громко в наушниках. На полную громкость стоит. Ага. Вывезли в поле, ребят. Только свитер домашний. Ой, какой песик классный. Классный цвет у него. Ну, спойлеры, я, конечно же, уже видела миллион раз. А и прическу изменили. Муры ногти накрашены черным. Росло какой милый здесь. Это кукурузное поле, да? Дети кукурузы. Почему он на матрасе? Так, ждем Рому. Слова песни мы знаем. О! Почему у него так завязаны глаза? У него прикольная рубашка. Песня очень глубокомысленная, как мы знаем, текст я видела при просмотре аудиоверсии. В рассылке такой нежный образ здесь. Черная, белая, да, тут есть контрасты. Штаны Мурема, волосы Муры. Песик милый. Я видела сторис Сузака, что он тоже их клип рекламирует. Кипуськи. Грустно как-то. Да, песня такая специфическая, скажем так. У меня просили очень много просьб пришло на making фильм по Сеньорите. Я уточнила вопрос по переводу в группе Аурор, сказали, что будут переводить. Пока я жду перевод, так как я тоже хочу все понимать, не только вы, чтобы понимали. Да. Мне говорят, смотри без сабов, но я не хочу без сабов. Я хочу понимать, о чем они болтают. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.